Несмотря на каникулы и окончание учебного года, многие студенты остались на лето в общежитиях. Чтобы разнообразить времяпровождение студентов, Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета организовал ежедневные спортивные мероприятия на свежем воздухе, проводимые на спортивных площадках деревни Универсиады. Организованы в малых группах спортивные мероприятия для того, чтобы студенты получили двигательную активность и для поддержки здорового образа жизни, ну и для поддержки спортивной формы. Мини-футбол, волейбол и баскетбол – это лишь малая часть игр, в которых студенты охотно принимают участие. Ближе к вечеру места на спортивной площадке бывает мало, и чтобы поиграть в мяч, некоторым студентам приходится вставать в очередь. Студенты, они ведь сюда каждый день приходят, независимо от погоды там, или что им ничего не мешает заниматься спортом. То есть всем весело, очень много национальностей, все дружат, всем очень нравится. То есть потом мы делаем уже фотографии и рассылаем по группам, то есть выставляем как новости. К слову, в планах у департамента в скором будущем провести своеобразный турнир. Студенты поделятся на команды по своей национальности и сыграют между собой дружеские матчи. Ну, это хорошо, нам помогает, чтобы заниматься немножко футбол, потому что в комнате скучно, и увидимся с друзьями, которые раньше не увиделись, вот такого. Но мне нравится. Помимо этого, судя по положительным отзывам от студентов, в планах департамента проводить подобные мероприятия и после начала нового учебного года. Диана Желенкова, Лев Диденко, Фарид Захитуглы, Универньюз.